Всем привет, это Мила, знакомая уже для всех членов группы. Только что приехали, она здесь, значит, угощает нас чаем масала. Масала. Ну, и по-буддийски я... Это можешь... Ну, сейчас нальет, Милочка, оно такого цвета интересного. Вот такое. Разливаю немножко. Ну, да. Не очень, это же в традициях, да, чтобы она по столу разливалась. Это обязательное условие. Это вкусно не будет. Да, элемент гостеприимства. Через край, да. Так, Милочка, давай пока это расскажи, что, какие ингредиенты там. Ну, это же секрет, Олег Юрьевич. Надо в Индию съездить, чтобы узнать. Хорошо. А что обычно туда? Ну, основные. Сколько там ингредиентов? Это Петросян здесь еще приехал. Чай, молоко, остальное... По вкусу. То есть все, что на столе осталось со вчерашнего дня, все туда... Специи, да. Так, ты группе что-нибудь скажешь там? Ой, всем, я так всем... рада, что Олег Юрьевич приехал. Еще прям даже вот, я ничего еще не могу сказать. У меня еще все трясется. Сейчас успокоимся, но мы потом передадим. Надо выпить масалу. Все, пьем масалу, потом более подробно поговорим. Но живая, здоровая, вот ходит она, все нормально. Протез не беспокоит тебя? Все, покрестать, поджиматься. Разберите, не, пожалуйста. Ну в двух словах просто, никаких изменений нету вот таких, чтобы вот что-то так задумалось. Ну как у каждого человека есть какие-то, у вас же тоже есть какие-то обострения, бывают? На протезе? Нет, на железе. Протезе. Ну, на протезе на нету протезе ничего? На протезе нет. Нет, на второй степени тоже нету, давно уже. Поначалу было, когда вот прыгал в теннис, играл, что-то делал. Сейчас ну, давно когда нету. Я много прыгаю по своим... Здесь по этажам, да? То есть... Не то, что прыгать, а то, что наклоняешься. То есть, когда ты делаешь большой объем работы, вот такой очень разноплановый, да? Физической, такой. То... Не то, что гирьку поднять, а другое. Ну, на другую ногу, да? На другую ногу, да. А там у тебя стабильно вторая степень была, да. И немножко чувствуешь. Но это такие... ты сам сустав чувствуешь или все-таки какие-то мышечные... Нет, мышечную, подвздошную я начала чувствовать. Подвздошную, да? Ну, может, это просто... Перегруз, прям перегруз. Да, да. То есть это, может, какие-то сухожилия там подтянутые, затянутые. Ну, паховая область. Да, но ты вот честно, ты чувствуешь перегрузку, массажируешь или за ночь успокаивается и все, и дальше прыгаешь? Очень редко массажирую. Растяжка для меня лучше, чем массаж. Ну, успокаивает, для да? Для меня это очень большой массажер. Он у меня есть. Не, я больше я не к тому, да, хорошо. Я к тому говорю, что растянулась и боль отошла. Да? Потом опять возвращается там ну, после опять... трудовых будней. Да, да. Ну, мы с Милой подробнее потом поговорим. Сейчас просто маленький привет в группу масала кинем. Остывает, да, да, и масалу пьем. Все, ребят, пока.